Итак, внимание, ганс-старт у нас, масс-старту, 14 регионов отправляются на дистанцию. Эти ребята быстрее всех преодолевают сложные дистанции, будь они в воде или на суше. Смешанная эстафета Кубок Дружбы Народов – завершающая часть спортивно-туристского лагеря, который проходит ежегодно в Хвалынске. Туриада-2024 собрала лучших спортсменов-туристов из 14 регионов Приволжья, 5 регионов Центрального округа, а также из Таджикистана, Беларуси и Кыргызстана. Ульяновскую область представили 38 студентов УГУ, УГПУ, училища Олимпийского резерва, авиационного колледжа и Димитровградского музыкального колледжа. 11 раз мы становимся центром развития туризма, молодежного туризма. И для нас это почетно, в первую очередь. Саратовцы ждут этого праздника, студенты, ребята ждут. Я надеюсь, что это продолжится и будет расширяться. 4 дня ребята соревновались на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях. Участвовали в культурно-познавательных и творческих конкурсах. В последний день с молодежью встретился полпред президента ПФО Игорь Комаров. Он осмотрел объекты лагеря и курортную инфраструктуру, а также принял участие в торжественной церемонии закрытия Туриады. У нас впервые участвуют команды из Центрального федерального округа. И вот с ними пообщались, они сами подошли и попросили, чтобы продолжать эту традицию, потому что они очень заинтересованы и в участии, и в развитии спортивного туризма в регионах Центрального федерального округа. В этой связи я вижу, что действительно мероприятие очень востребовано, проведено на хорошем уровне, и всемерно будем поддерживать это мероприятие. По итогам соревнований первое место в общекомандном зачете заняли ребята из республики Марий-Эл. Кубок дружбы взяла сборная Российской Федерации. А Пермский край стал лучшим в культурно-познавательных конкурсах. Ребята из Ульяновской области получили грамоты и призы за хорошие результаты в личных зачетах. Анна Тищенко, Улправда, ТВ.